Уже совсем скоро настанет самый долгожданный праздник в году. Конечно, это он, Новый год. Все наши выпуски в декабре будут посвящены именно ему. И сегодня мы расскажем о традициях празднования Нового года в разных уголках мира. В Швейцарии, в отличие от других стран Европы, подарки малышам под елку приносит гном Юль Томтен, а помогают ему в этом волшебные существа и животные. Также шведы очень любят разнообразные гадания. Вот, например, одно из них. В новогоднюю ночь от двери соседей разбивают тарелку. Чем мельче осколки, тем больше счастья в наступающем году. Также в культ счастья верят и в Японии. Японцы украшают свои дома бамбуковыми граблями, чтобы было чем закрепать счастье в новом году. А вот кубинцы, например, привыкли в новогоднюю ночь смывать грехи. Они наполняют водой кружки, тазики и кастрюли. И после наступления полуночи выливают их за порог, что символизирует очищение от пороков. Такие дела.